Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, вчера мы с вами разобрали коррекцию на вверхрастущие ноготочки. Опустили ноготочки вниз, теперь они у нас смотрятся довольно-таки ровненькими. И мы переходим к дизайну на второй ручке, потому что на первой руке дизайн мы уже с вами сделали. Как вы помните, маникюр делает каждый как умеет. Я не умею, делаю плохо, знаю, когда-нибудь научусь, но пока не сегодня. А на второй ручке мы для покрытия выбрали очень интересные голубо-розовые оттенки, и у нас будут светящиеся в темноте бабочки. Маникюр с такими бабочками очень сильно понравился моей клиентке, при этом я не сказала ей сразу, что они будут в темноте светиться, это для нее стало неожиданностью. И буквально-таки сегодня она приходила уже на следующую коррекцию и рассказала, как ей понравилось ходить с такими светящимися элементами. Ссылочку на все используемые материалы я вам, конечно же, оставлю в описании. Заходите, смотрите, там будет все написано. Ну а мы тем временем выкрашиваем свои ноготочки. Те пальчики, на которых мы задумали дизайн, мы выкрашиваем белым цветом и на липкий слой белого цвета будем напылять неоновые пигменты. Напылять в смысле того, что будем их приклеивать к остаточной липкости белого. Для того, чтобы наши пигменты очень хорошо прилипли, нам нужно проследить за тем, чтобы липкость в лампе у нас не пересохла. То есть нам нужно просушить наши пальчики ровно такое время, чтобы у нас просох гель-лак, но и в то же время сохранился остаточный липкий слой. Если мы его пересушим, то, возможно, липкий слой станет у нас не таким уж и липким, и, соответственно, пигменты будут прилипать на него не так сильно, у нас получатся более прозрачные пигменты. Ну а делать растяжечку при помощи пигментов – это, в принципе, вообще одно удовольствие, потому что пигменты смешиваются и перетягиваются сами по себе, не нужно прикладывать практически совершенно никаких усилий. Буквально легкими движениями кисточки напыляем пигменты, они у нас сами перемешиваются, и получается вот такой вот интересный градиент.
Поэтому возьмите себе на вооружение градиент при помощи пигментов, потому что это действительно намного проще, чем выводить гель-лаки и перемешивать между собой какие-либо другие материалы. Мы же тем временем перекрыли наши ноготочки финишным покрытием, и вот эти вот остатки пигментов на боковых валиках и кутикуле потом в конце дизайна уберем при помощи спонжика с обезжиривателем. Либо просто клиентка помоет ручки, и это все смоется, никуда оно уже носиться не будет, никуда оно не приклеено, с кожи смоется буквально одним движением руки. Как я говорила вам изначально, мы на этом дизайне запланировали для себя светящиеся в темноте бабочки. Ну, вернее, как я для себя запланировала, клиентке сказала, что будет что-то интересное, но что конкретно, не скажу, увидишь сама. Поэтому я рисую подмалевки маленьких бабочек и потом серединку этих бабочек заполню белым гель-лаком и в гель-лак насыплю светящийся в темноте пигмент. Именно в гель-лаке наш пигмент очень хорошо зафиксируется, его будет достаточное количество, его будет довольно-таки много, поэтому наши бабочки будут светиться очень интенсивно. А для того, чтобы окончательно обыграть нашу композицию и собрать дизайн в единую кучку, мы добавляем небольших вензельных элементов. Эти элементы мы уже ничем присыпать не будем, они у нас будут плоские, беленькие. Ну как плоские, мы же рисуем поверх финишного покрытия, красочка все равно имеет какой-никакой объем. Поэтому они будут слегка объемные, но по сравнению с присыпанными бабочками, конечно, будут смотреться более плоскими.
Итак, вот такой вот дизайн ногтей у нас с вами сегодня получился. Бабочки в темноте у нас светятся. Клиентке безумно понравилось. Сказали, светились как фонарики. Было очень интересно. Муж в восторге. Я надеюсь, сегодня понравилось и вам, поэтому жду, конечно же, ваших лайков. Не забудьте подписаться на канал, впереди будет еще очень много интересных историй. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!